Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Sunset Overdrive. Вы так посмотрите на это безумие. Я создал для тебя кое-что. Я ведь знаю, как ты любишь убивать. Ух ты, Джек Две Шляпы, старый знакомый, старина, ты уже здесь? Ну, да, посмотрим. Что-то тебе приглянулось? Кроме меня, конечно. Джек Две Шляпы не продается. Очень жаль, на самом деле, просто безумно жаль. Так, оружие. Замораживающая бомба. Блин, это интересно. Коллекции. Открыто дофига новых коллекций, но, естественно, лучше замораживающую бомбу купить, чем какую-то фигню. Это оружие надежное, креативное и трудолюбивое. Совсем как я. Спасибо, жалко, что выберешь не посмотреть, как оно выглядит. Может быть, только разве что модификаторы какие-то получится в него вставить. Посмотрим. Персонаж. Так, оружие. Подожди, вот оружие. Во-первых, в этот самый... А, не вставляется в него. Хорошо, а в бомбу тоже. Я так понимаю, что мы просто можем модификатор вытащить, наверное. И как-то фиг его знать. Пока разобраться надо, короче. Ну, тогда, видите, заряды к шокеру и медвежий спецназ. После убийства может почти врага бомбомишку. Прикольно. Нет, пожалуй, пистолет он так слабенький, но иногда ему пользуемся, поэтому оставим так. Вот с этого дерьма, в принципе, высокая точность. Надето. Не знаю, нужно ли нам. То есть я так понимаю, что можно просто снять модификатор. Давайте попробуем. В высокой точности мы снимем, допустим, заряды к шокеру. Вытащить усилитель из другого оружия, поставить его в это. А, нет, нифига подобного. Значит, это оно уже одето. Короче, ладно, в топку. В общем, все это, в принципе, плевать. По ходу пьесы будем потихонечку разбираться, осваиваться в тонкостях интерфейса. А пока что давайте просто посмотрим на эту вакханалию. Блин, в игре юмор просто потрясающе сделан, нас не очень круто. Очень много шуток. Если бы не конец таких света, хороших. Я бы никогда не стал разговаривать с кем-нибудь вроде тебя. Оксфорд лица номер один. Очень интересные прикиды, внешний вид у героев. В общем, вообще очень много всего забавного. Давайте поглядим, что вот этот парень хочет от нас. Эй, дневной гуляк. Когда весь город шизанулся, мы рванули оттуда и бросили мешки со всем своим барахлом. А это весьма ценное барахло. Как ты думаешь, ты сумеешь вернуть нам эти мешки? Они с маячками GPS. Ты их два счета найдешь. Изи, братюня. Квест. Награды 1500. Две штуки усилителей. Точнее, этих самых энергетиков. И оксфордский рюкзак. Сделать сейчас. Почему бы и нет? Рюкзаков собрано 0 из 5. Так. Выход получается автоматический. Вход тоже, да? Удобно. Прикольно. Вот это прикольно реализовано. Ну что ж, посмотрим, что из себя представляет замораживающая бомба. Я смотрю, что еще оружие есть уровень. Видите, уровень второй, уровень первый. То есть оно еще и прокачивается, потом получается мощнее, наверное. Чем больше ты его используешь, наверное, тем оно мощнее. Офигеть, как красиво выглядит. Так, ладненько. Поехали потихоньку, что ли? Ну да. Не тут-то было. Так, хорошо. Полный, мать твою, вперед. Давай, приходи затариваться. Обязательно. Кстати, камеры вот эти вот, которые мне нужны были, собирать там какие-то линзы, какие-то запчасти. А впрочем, потом. Все это потом. А, вот одна. Это было несложно. Это мой рюкзак! Угу. Почти несложно. Вернись! Где этот ублюдок? Забавно. Какая? Что в ней? Набор для спа. Эти ребята чем думают, а? Хороший вопрос. Так, мне кажется, пора отсюда валить. По добру, по здорову. Окей, поехали к следующим точкам. Бум.
Оружие, конечно, забавное, но оно именно против толпы, наверное, эффективно, чтобы их остановить, просто толпу, то есть заморозить их нафиг. И не париться. А так-то фиг его знает, на самом деле, насколько оно крутое. Посмотрим потом в дальнейшем. Пока что против одного какого-то врага использовать его явно неэффективно просто-напросто. Хорошо, где-то здесь должен быть еще один рюкзак. Почему я его не вижу? Мать его. Где же он? А, вот он, на дереве. Ну офигеть теперь. И как его достать, интересно? Как на это дерево у нас зацепиться как-то получается? Сейчас будем что-нибудь пробовать. Пошел к черту. Ай-яй-яй, больно делаете, гады, больно. Мать его. Чтоб тебя подкинул, разорвало, что раз так много-то? Ладно, отлично. Полезное лежит. Крем для рук с миндалем. А то как же? Нельзя же апокалипсис встречать с сухой кожей. Это точно, по-моему. Никак нельзя. О да, детка. Что там? Оу! Мечи для Сокса. Целая сумка мечей для Сокса. Да, блин, без них нам не прожить. Что-то становится реально опасно, по-моему. Мне бы найти бы аптечку. Было бы, ох, как хорошо. Оу! Твою мать, подкрался, называется, блин, незаметно. Ладно, хотя бы остались чекпоинты. В плане того, что по-прежнему 3 собранных рюкзака, осталось 2. Это не может не радовать. Привет, ребятки. А вот и я. Забавно. Так, где он там? Вижу. Хочешь этот мешочек? Ваша власть, чувак. У меня тут нашествие целое. Я тебя понял, хорошо. Да, попробуем так. Сыграем по твоим правилам. Так, мне вот эту гадину бы уничтожить бы сначала хотелось. Вот эта пушка офигенная, конечно. К ним патронов бы еще побольше. Цены бы и не было бы. Сейчас, братья, не подожди, уже иду. Ну и вонь. Спасибо. А, тут тонны пустых банок из-под лосьона. Сколько ароматов. Ночная хищница, ночная пантера, ночная хищная кошка из джунглей. Да. Какой такой фигней приходится заниматься во время апокалипсиса? Ну, правильно.
Как же так-то встречать апокалипсис с сухой кожей? Блин, забавно. Очень забавно. Так, ладненько. О. Как-то раз спится, интересно. Впрочем, не важно. А в этой грязные розовые футболки. Важные потные розовые футболки. Я думаю, что пора возвращаться. Пора тащить все это обратно в Оксфорд. Вот-вот. Тут и с тобой вынужден согласиться. Ну что же, это было, в принципе, не так трудно и довольно эпично. Мне понравилось. Интересно, что рюкзаки не просто так надо было собирать, да, а что в каждом рюкзаке какая-то там, ну, мини-квестик. То есть где-то там кого-то догнать, где-то кого-то уничтожить. Где-то что-то оборонять нужно было. Это было прикольно. Не знаю, как вам, друзья, а мне понравилось. Тут мы не войдем. Понял? Или мне филю, что вход один. Скучно. Полнейший отстой. Здорово. Наше ценное барахло. Есть! Проблем не было? Не, обычная квестовая фигня. Драки, крысы, свалки. Бедные мои ноги. Обычная квестовая фигня. Да уж. Ну что ж, ладно, я предлагаю перейти по основной сюжетной линии. Наверное, поможем Дирку. Это Дирк. Его мама знаменитый физик, а папа известный астронавт. Дирк отлично разбирается в аэродинамике. В аэродинамике? Как удачно. Кроме того, он повернут на здоровье. Пьет только самую дорогую воду на планете. Огненная вода Бора-Бора! Она тебе не по карману! Тут в паре кварталов завод по розливу воды. Вот если б ты достал для него пару бутылочек. Погоди-ка. Хочешь сказать, что этот парень оторвет задницу от стула из-за какой-то модной этикетки на бутылке с водой? Ты не знаешь его так, как я. Я не хочу его знать так же хорошо. Поверь мне, если он получит то, что хочет, то поможет тебе с пропеллером. Да уж. Вода Бора-Бора. Подгоните Дирку фирменной огненной воды, чтобы он помог вам построить пропеллер. На награду 1000 баксов и 2000 энергетиков. Ну что же, неплохо. Но прежде чем мы отправимся на миссию, я предлагаю сходить и закупиться. К Джеку две шляпы. Наконец-то запомнил, как его зовут. Новинка как раз в твоем стиле. Да? У меня как раз нет денег на эту новинку. Ты ж дай-ка им просто патрончиков. Эти пасы изготовлены вручную, так что не трать их зря. Сделай одолжение. Отвали! Так, хорошо. Пойдем, наверное, пока с грязным Гарри, я думаю, что... 300 метров, отправитесь на завод. Ох, чувствую, там какая-то жесть будет наверняка на этом заводе. Что-то мне подсказывает. Посмотрим. Так ли это будет или нет? Хочу выше забраться на крышу. Вот так-то лучше. От машин, конечно, забавно пружинит очень. Боже, тут кругом вода. Если я хочу получить эту драгоценную огненную воду Бора-Бора, придется выкачать всю эту дрянь. Хорошо, я тебя понял. Будет к тому же уже виден насос. Внимание! Произошло заражение. Завод остановлен. Необходимо активировать систему аварийного сброса. Пора смыть этот гигантский унитаз. Система аварийного сброса активирована. Шучу. Ха-ха. Обнаружена закупорка. Давление на критическом уровне. Откройте предохранительные клапаны, иначе все закончится катастрофой. Здорово. Я думаю, что смогу скользить по этим трубам и сшибать вентили по пути. Готово. Готово. Готово.
А теперь прыжок. Надо прыгнуть на эту красную штучку. Легко. О, мать твою. Какого черта? Закупорка устранена. Но это еще не все. Все только начинается. Да кто бы сомневался. Очередная система аварийного сброса ожидает активации. Без проблем. Нужно промыть это место, чтобы набрать свежей воды. Вторая система аварийного сброса ожидает активации. Так. Ну вот, вижу, вентили понял по кругу, хорошо. Потом наверх снова прыгнуть. Понятно, все то же самое. В принципе, ничего трудного, я думаю, что не будет. Наверное. Также три клапана открыть. Это надо вот на время. Так, хорошо. Налево. Третий готово. О, да. Вот это, конечно, забавно. Очень. Конечно. Третья система аварийного сброса ожидает активации. Ты ведь знаешь, что такое правило трех? Кто бы мог сомневаться? Откуда они берутся? Система аварийного сброса отключена до тех пор, пока ты не выяснишь, откуда тут берутся перебравшие. Эй, леди автоответчик, может хватит иронизировать, а? Можешь разложить по тарелкам, но трогать не мит. А, иди в пень! Это что еще за мать его? Почкователь! Охренеть! О, черт, кажется, им плевать на эту фигню. Выбирайся давай скорее, пожалуйста. Контейнер, который исполнит перебравших. Так, давайте-ка повыше заберемся куда-нибудь. А теперь возьмем, пожалуй, вот эту мою любимую пушку. Мушкетон. Где этот уродец? Понял, ты не уродец, я пошутил. Ох ты, блин, твою мать. Вот это печально, по-моему, только что было очень. Давай, пожалуйста. Странно, что он может прыгать из воды так высоко. Это забавно. Ладно, плевать. Саундтреки, конечно, просто потрясные. Так, хорошо. Здоровье. Патрончики, все это классно. Ну где, собственно, сам виновник торжества? Неохота тратить патроны на эту шелупонь, на мелкую. Где же он? Ух ты, мать твою, почему же ты прыгнул вниз-то, а? Скорее куда-нибудь, скорее хоть куда. Главное, быстрее отсюда.
Хорошо. В другую сторону, пожалуйста. Получайте, уроды. Это большой бесконечный почкователь. Его нужно прикончить. Я в курсе. Я пытаюсь это сделать. Это не так-то просто. Не, братюня, не в этот раз. Да, похоже, я расправился. Отлично. Стойте, тут еще. Мусор из мусора. Нет, я могу лучше. Это просто куча отбросов. Погиб. Пожалуйста, хватит. Да, окей, прости. Последняя система аварийного сброса ожидает активации. Так, подожди, просто убиваем высокой точностью. Фу, это было эпично. Почкователь. Ну что ж, последняя система. Давайте посмотрим. Так, вентиль. Перепрыгиваем наверх еще один вентиль, потом еще выше, там третий, и наверху, собственно, сама кнопка. Вроде как понятно, если не зафейлить и махнуться в прыжке, то все должно быть в порядке. Понеслась. I am ready. Первый пошел. Второй пошел. Куда дальше? Куда дальше? Мать твою! Сюда! Обратно? В обратную сторону, все хорошо. Прыгаем, прыгаем. Готово. Аварийный сброс завершен. Завод переходит в рабочее состояние. Офигеть. Свежая, вкусная, витаминизированная вода Бора-Бора теперь доступна для заказа. Моя работа окончена. Пока, сучки. А, блин, я обожаю эту игру. И валить отсюда. Пока, говорит, сучки. Не знаю, сколько эта вода свежая и вкусная, но как-то не буду. Давайте возьмем. Надо принести водичку этому, как его. Надеюсь, она его не убьет. Да, он нам, по идее, нужен, этот чувак. Ого, смотри, сколько перебрасывает. Почему вы гонитесь за мной? Так, отскакивание, up и x, чтобы сбежать. Эй, уроды, это просто вода, отвалите! Вентиляторы! Отвали от меня! Тусовка перебравшись. Ой, жесть. Пошли к черту. Повсюду мутанты. Размножаются они. Смотри, сколько урода. Нужно попасть внутрь. Легко. Там-то они меня точно не достанут. У тебя получилось. В смысле, я даже и не сомневался. Жди здесь. Эй, Дирк, думаю, тебе это понравится. Фига себе. Хорошо-то как. Чистейшая вода на земле. Спасибо, Сэм. Ты крут. Да, конечно. Всегда пожалуйста. Успех. Самая дорогая вода на планете. Зуб даю. Это подразделение Фиска. Ваши призы – $1000 и 2000 энергетика. Ну что же, неплохо, теперь друзья. Я могу получить этот пропеллер? Скоро. Дирк наверняка поможет, но нам нужно привлечь еще кое-кого. Открыто новое поручение, а также открыто новое испытание. Поговорите с Маргарет забегаловки Sasquatch and Friends. Сначала пойдем к Джеку две шляпы. Надеюсь, ты тратишь их на что-нибудь полезное. Еще как полезное.
Что у нас там по оружию? 7,5, у меня 4600. Жалко. Наслаждайся постапокалиптической страной убийств. Спасибо. Так, ну что же, давайте поможем теперь Маргарет. Это Маргарет. Она учится на инженера, у нее самые высокие оценки в истории школы. Но она потеряла собаку, когда все это началось. Так и не оправилась с тех пор. Если бы кто-нибудь нашел эту собаку, она наверняка вышла бы из депрессии. Слушай, что угодно за этот пропеллер? На другой стороне реки собачья площадка, она всегда там гуляла. Я бы начал поиски оттуда. Собаку. В погоне за Бубу. Пропал Бубу, песик Маргарет. Отащите его и верните любой ценой. Тогда Маргарет поможет вам построить пропеллер. Не совсем, правда, я понимаю, как она поможет мне построить пропеллер. Это Маргарет. Ну ладно, раз уж вы настаиваете, то почему бы и нет, собственно. Давайте отправимся и поможем. Вперед. Так, сейчас только посмотрим, с чем мы поедем. Ну, наверное, пожалуй, как обычно, с грязным Гарри, самым простым оружием. Награждение значком. Вы заработали значок. Чтобы получать значки, играй стильно. Чем больше стиля, тем больше значков. Получив достаточно значков, обменивай их на крутизаторы. Крутизаторы усиливают твои показатели. Это круто! Можешь разблокировать свой первый крутизатор. Выбери крутизаторы. Выбери ячейку, чтобы использовать крутизатор. Да уж, забавно. Значки разблокируют и улучшают крутизаторы. Стоимость улучшения 1, у вас есть 1. Обменяйте значки на этот крутизатор. Разблокировать крутизатор. Высокий стиль скольжения закрыт. Выработка стиля от скольжений плюс 10%. Чтобы использовать крутизаторы, снарядите их. Окей. Достижение разблокировано. Крутизатор. Используйте этот крутизатор. Хочешь побольше крутизаторов? Сначала заработай значки. Я тебя понял. Разблокируй и используй крутизаторы на странице персонажа. Угу, тратьте значки и снаряжайте крутизаторы. Понятно. Играй как хочешь, и у тебя будет все получаться. Все получается, может быть, 5 усилителей, да? Хорошо. Ну-ка, дай-ка посмотрим еще раз. Не та кнопка. А, вот это вот, персонаж. Все должно быть, может быть, получается 5 усилителей. А, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 оружий. Одна какая-то ловушка, которую мы тоже пока не открыли. И одновременно 6 крутизаторов. Собачья площадка находится в маленьком Токио. Надо пересечь северный мост, чтобы туда попасть. Мост? Ха, да ну, я могу перебраться по этим лодкам. Жаль, что воду нельзя пересечь как-нибудь быстрее. Нажмите X перед приземлением, чтобы сделать лодку по воде. По лодкам? Серьезно? Оу, нифига! Это просто река. Офигенно! А не Бермудский треугольник. Мать его. Бермудский треугольник — это не шутка. Там пропали сотни кораблей, тысячи человек. Все утонули. Там не только часто бывают тропические штормы и магнитные аномалии. Кажется, я читал про инопланетян и остатки технологий атлантов, которые вызывают ультразвуковые... Сэм, я нашел собаку. Что, правда? Нет, просто хотел спасти мир от твоего рассказа. Позвони мне, когда найдешь собаку. Так, хорошо. Ух, блин. Больно. Так, ладно, я думаю, что пора время использовать мушкетон. Давайте, гады, подходите по одному. Почкователь? О, нет. Только не еще один почкователь. Двоих за одну серию — это уже чересчур, по-моему. Мать его. Спокойно, ты будешь жить. В этом можешь даже не сомневаться. Вот тебе немножко хило. Ах ты, сволочь. Вон он бегает. Так.
Кажется, ему нравится. Ах ты твою мать, хорошо. Не, это фигня, по-моему. Вот это давай попробуем. Где этот чертов почкователь? Он их там еще почкует, сволочь. Готов. Лол. Фига собака. Однако. Странная псина. Ко мне, песик. Песик. Как тебя зовут? Бубу? За мной, Бубу. Маргарет тебя ищет. Бубу. Ну что ж, вроде как Бубу. Что за хреновая хрень? Эй, Сэм, ты, может, что-то забыл рассказать мне о робо-псе Маргарет? Эта тварь не хочет за мной идти. Наверное, он перешел в режим ожидания. Если он не распознает голос хозяина, то откликается только на свою любимую игрушку — киску. Слушай, там рядом магазин игрушек. Попробуй найти киску в нем. Ага. Может, ты просто скажешь Маргарет, что псина сдохла? Этот пес много для нее значит. Ладно. Погоди, Сэм, теперь эта собака ходит за мной. А, отлично. О, нет, он только что покончил с собой. Простите, миссия провалена. Что? Не сдавайся, зайди в магазин игрушек, хорошо? Сдаваться? Это моя суперсила. Да уж. Ну что же, магазин игрушек, так магазин игрушек, друзья, без проблем, но уже в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. По-моему, реально было круто. Чёртовы фрики, хипстеры, робопсы, какие-то непонятные... Почкователи здоровенные и прочая хрень. По-моему, было весело. Оставляйте свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальцы вверх. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Здесь много всего интересного. А для вас играл Кинокрил Валдайт. Была игра Sunset Overdrive. До новых встреч. Пока-пока.